Королевство М было небольшое. Прямо скажем, оно было маленькое. Прямо скажем, малюсенькое. К примеру, если вы подъезжали главным воротам королевства на машине, то вам надо было оставлять ее на специальной парковке и дальше идти пешком. Парковка была в несколько раз больше королевства М. Внутри самого королевства на машинах никто не ездил. Там не было места, чтобы поставить светофоры, дорожные знаки и будки регулировщиков. Но жители королевства М ездили на велосипедах и самокатах. На перилах тоже ездили. Король был невысок ростом. Дорогая, это ничего, что наше королевство такое маленькое. Не волнуйся, дорогой. Мы так удачно расположились между этим старым дубом и тем замшелым валуном, что наши соседи нас не видят, и им не приходит в голову объявить нам войну. Королевство не видали? Но ведь парковка рядом с нашим королевством хорошо видна соседу с севера. Ну вот пусть и объявляет войну парковке. А все-таки наше королевство самое настоящее. У нас есть границы и у нас есть флажок на башне. А еще у меня есть коробка солдатиков. Наша маленькая армия. Шпион. А еще, дорогой, у нас есть наследник престола.